Вкусно, как дома. Доставка обедов по телефону или через интернет. Возвращаемся после рекламы. Мы одной крови. Под таким девизом пройдет донорская акция 19 февраля. Уже в 10 утра всех желающих будут ждать специалисты мобильной станции переливания крови в МЦ «Стекольный». Организаторы и идейные вдохновители акции – общественное движение «Сергиева Посада». В Клину инициативу поддерживает молодежное движение «Я волонтер». С благородной миссией общественники Сергиева Посада приезжают к нам во второй раз. Первая прошла в Клину в декабре. Тогда на призыв откликнулось полсотни клинчан. И областной банк переливания крови пополнился на 15 литров. Уже отсюда кровь распределяется по больницам области для спасения людей. Клинчанке Ларисе Мухановой даже страшно представить, что произошло, если бы банк донорской крови оказался пуст. Ведь ее серьезный диагноз прозвучал как гром среди ясного неба. Диагноз у меня ангиомелипома почки левой, в простонародье доброкачественная опухоль почки. Заболевание наследственное установили в нашей клинской городской больнице, в отделении хирургии. Операция была просто необходима, однако врачи опасались. У пациентки по наследственной линии проблемы со свертываемостью крови. Успех возможен только при достаточном запасе донорского материала. Предупреждена была перед операцией, что будет необходимо, нужна будет кровь. Первая реакция была испуг, потому что не знала, как организм отреагирует. И также была предупреждена о побочных эффектах, которые могут быть. За время операции Лариса потеряла почти половину всей крови. Потерю восстановили за счет доноров. Операция прошла успешно. Вот уже полгода Лариса чувствует себя хорошо. И от всего сердца не перестает благодарить уже знакомых врачей и незнакомых доноров. Все вместе они подарили ей шанс на жизнь. Все обошлось хорошо. Ощущения, вы знаете, непередаваемые. То, что хотелось бы знать, какой человек дал мне свою кровь. И хотелось бы лично его поблагодарить за то, что... Он мне спас жизнь. Спасти чью-то жизнь можете и вы. Возможно, именно вашу кровь уже кто-то ждет. Донорская акция «Мы одной крови» пройдет в МЦ «Стекольный» 19 февраля с 10 до часу дня. Евгения Цветкова, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.